Трагедия в Серове. От отравления угарным газом погибли двое маленьких детей. Двухлетний мальчик и шестилетняя девочка надышались едким дымом при пожаре. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Чехова, где живет семья сотрудницы охранно-конвойной службы местной полиции, старшего сержанта Аси Татариновой. Женщина в момент ЧП находилась на службе. Отсутствовал дома и ее муж, он работает вахтовым методом в другом городе. За детьми присматривала бабушка, проживающая неподалеку. По предварительным данным, она уложила внуков спать и ненадолго отлучилась. По одной из версий, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки или же детская шалость с огнем. Между тем, в Серов по указанию начальника ГУМВД Бородина направлен опытный психолог из главка для оказания помощи матери погибших детей.